Здравствуйте, коллеги. Ассаляму алейкум. Мирному вашему. Напишите в чат плюс, если вы на месте, если вы готовы. Мы начинаем сегодняшнее наше мероприятие, которое, собственно, посвящено вашим заказам. Значит, вот наши студенты, собственно, попросили рассказать, как настроить IPv6. Почему это важно? Потому что сейчас, на данный момент, IPv6 используется во всем мире. Абсолютно все перешли на IPv6, кроме Украины. Ну и, собственно, Mail.ru. Поэтому сегодня мы расскажем, как настроить, да, собственно, люди с Украины хотят тоже приобщиться к современным технологиям. Поэтому мы покажем, как настроить IPv6 на самом обычном микротике Hub серия, да, Hub Lite, что-то тут написано, Hub Lite RB941. Вот такой вот у меня сегодня зверь, собственно, новенький, да, вот тут еще инструкция к нему есть, гарантия, все такое. Это самый дешевый вариант. У нас обычно, коллеги, те ребята, которые идут к нам на курсы по микротику, они получают в подарок вот такой вот маршрутизатор. Вот, собственно, я его уже достал, подключил к провайдеру. Настройка здесь вся пока по дефолту, ничего пока не менял, поэтому сегодня нас ждет настройка вот этого зверя именно под IPv6. Поэтому еще раз, кто хочет получить такой девайс себе, приходите, собственно, к нам на курсы микротика, и будет вам в подарок. Значит, эта штука у меня уже готова и, как говорится, ждет дальнейшей, как говорится, настройки. Значит, что дальше? Сегодняшнее, да, так вот, коллеги, еще раз. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите, пожалуйста, в чат. Напишите, откуда вы и чем вы конкретно занимаетесь, потому что мы хотим быть вам максимально полезны. И, собственно, все эти мастер-классы, это, собственно, ваши заявки. Да? Хотели ребята рассказать, спросить, как делать там видеоконференц-связи, организовать на 250 человек, сделали мастер-класс, хотели... Ребята, которые учатся у нас по кибербезопасности, хотели узнать, как организовать центр сертификации, корпоративный центр сертификации, мы тоже сделали это все дело. Поэтому, если вы вот чем-то сейчас что-то делаете, то, пожалуйста, пишите. Например, меня зовут Константин, я из Киева, я компилирую ядро FreeBSD. Или там что-то там еще, да, то есть чем вы там конкретно занимаетесь, в чем нужна помощь. Пожалуйста, пишите, мы это сделаем. Так вот, друзья, кто меня не знает, меня зовут Константин, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО. Мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Соответственно, вот у нас такая вот миссия. Вот это именно по настройке, вот повышение вашей квалификации и, собственно, внедрение прям в реальную жизнь по настройке IPv6. Это важно, потому что, еще раз, коллеги, на IPv6 перешли все. Поэтому получается, что нужно каким-то образом и вам тоже переходить на это все дело. Значит, вчера я вот с ребятами, те, которые у нас учатся, советовал, говорю, как вам рассказать мастер-класс быстро, ну, в смысле, только одну настройку или теорию вообще, как работает IPv6, да, вот. Плюс настройку. Вот ребята сказали, давайте все-таки вы нам расскажете теорию. Я говорю, блин, это будет минут 40, может быть даже 50. Вот это будет чисто теория, но как бы это не 6-дневный тренинг. Да? У нас есть целый курс по IPv6, он большой, длинный, 5 дней занимает. Вот я говорю, ну минут 50 будет, по сути, лекция по теории, а потом настройка. Вы знаете, все сказали, давайте теорию плюс настройку. Поэтому давайте сейчас сделаем голосование, что вы хотите. Быстро настройка, без объяснения, как вообще работает IPv6, ну или теория плюс настройка. Значит, все от вас, пожалуйста, пишите, как вы хотите, быстро или полностью. Вот быстро или полностью, все с теорией. Собственно, и я расскажу. Я, собственно, готов что к тому, что к этому. Да, я подготовил целую презентацию. Значит, Андрей пишет, теория плюс практика идеально. Вот, ну, кто там нас еще слушает, пожалуйста, пишите, как вы хотите. Так мы сделаем. У меня, собственно, сегодня пятница. Дело близится к вечеру, да, поэтому я свободен, я могу рассказать все.
полностью теория, быстро можно отличить IPv6 от IPv4. Посмотрим, уже настроил. Так, значит, полностью теория, теория, теория. Значит, все хотят именно, чтобы было полностью с теорией. Ну что, раз вы заказываете, чтобы было все полностью, значит, будет полностью. Вот такая вот интересная штука. Значит, что я делаю дальше, коллеги? Дальше я, собственно, значит, так, минуточку. Я, собственно, переключаюсь на свою презентацию, и, собственно, мы это дело все продолжим. Значит, как перейти на IPv6? Ну, вот здесь нужно дописать с помощью маршрутизатора MikroTik. Я не успел дописать в презентацию, она у меня уже как бы готовая, но мы будем это все делать в конечном этапе на MikroTik, поэтому практика будет на MikroTik. Так, поехали дальше. Так, включаем. Да, ой-ой-ой. Так, еще раз назад. Так, собственно, где у меня маркер? Маркер, вот он. Значит, коллеги, если будут возникать вопросы, то есть я буду рассказывать все максимально, ну, по крайней мере, постараюсь рассказать все максимально просто. Если будут возникать вопросы, вы их сразу пишите в чат. Мои коллеги будут мне там сигнализировать, махать, кричать, стучать, и, собственно, я буду отвечать сразу на ваши вопросы. Поэтому одна важная вещь. Я работаю на вас, да, то есть идея какая, чтобы у вас в голове осталось больше. Поэтому, если что-то непонятно, то нужно спрашивать, потому что мимо вас пройдет, и как бы будет совсем все печально. Так вот, какие у нас задачи? Значит, объяснение необходимости использования IPv6, собственно, детально посмотрим. Опишем представление IPv6 адреса, типы IPv6 адресов, настройка глобальных и индивидуальных адресов. Собственно, вы скажете, я нахожусь в Украине, у нас нету глобальных индивидуальных адресов, где их взять? Я вам тоже покажу, где их взять, кстати, бесплатно. Ну и, собственно, описать адреса для многоадресных рассылок, посмотрим протокол ICMP более детально. И посмотрим утилиты для диагностики. Это, собственно, пинг и трассы роут для проверки сетевого подключения. Вот, собственно, то, что мы будем сегодня использовать. Значит, потребность в IPv6, коллеги. Как появился IPv6? Дело в том, что сейчас на данный момент в IPv4 всего-навсего 4,3 миллиарда IP-адресов. А вы помните, что сейчас наступила эра интернет-вещей? Абсолютно все подключается к интернету. Пылесосы, холодильники, микроволновки, телевизоры, кроссовки, собаки и так дальше. Все подключается к интернету. Соответственно, IP-адресов не хватает. Сейчас на данный момент к интернету подключено более 30 миллиардов устройств. Вы только вдумайтесь, 30 миллиардов, а IP-адресов всего 4. Получается, что невозможно подключить все устройства. А как тогда быть? Как тогда быть? И тогда появляется технология NAT, Network Address Translation. Что это такое? Это когда одни сети скрываются за другими, да? То есть вот у меня есть маршрутизатор, на нем работает NAT, и сеть скрывается, вот моя сеть, маленькая внутренняя домашняя сеть, она скрывается за этим маршрутизатором, и наружу в интернет я выхожу через один публичный IP-адрес. Соответственно, что это означает на практике? На практике означает, что нужно перепаковывать пакеты, сегменты. То есть вы, по сути, должны все перепаковывать. Это плохо, это плохо, это влияет, собственно, на скорость, на скорость. Вот, собственно, помните, мы там говорили, писали в заголовке, чтобы интернет сделать более качественный. Что значит качественный? Это означает, что быстрее будет работать. Элементарно, не нужно ничего перепаковывать. Понимаете идею, да? Вот. Таким образом, получается, что в IPv6 нету никакого НАТО. И это как бы здорово, это прикольно. Дальше, в IPv6 уже 128 бит адресного пространства. Соответственно, 2 в 128 степени. Если вы сделаете 2 в 128 степени, то получается 340 кондиционных адресов. Вы скажете, что такое 340 кондиционных адресов? Ну вот если я посмотрю в окно, я увижу КПИ, да, значит, что я вижу с окна? Там общежитие, там это вот студенты пьют пиво, вот труба, по которой течет дерьмо в центр Киева. Вот, да, потом если подняться в небо, я увижу город Киев, если подняться еще выше, я увижу Украину, если подняться еще выше, я увижу планету Земля. Так вот, коллеги, 340 кондициллионов
это больше, чем молекул на всей планете Земля. Вы только вдумайтесь, это больше, чем молекул на всей планете Земля. Что это означает на практике? Это означает, что с IPv6 вы можете подключить к интернету каждую молекулу, и у вас еще останутся IP-адреса. На самом деле это здорово, это прикольно. Соответственно, еще у нас обновляется протокол ICMP, появляется 4 новых типа сообщений в IPv6, и мы их, собственно, посмотрим чуть дальше. Значит, что важно, коллеги, то, что для того, чтобы писать вот эти все IP-адреса, используется 16-ричная система. Почему? Потому что 128 бит это большой адрес. 1.0.0.1.1.0.0.0.1 проходит какая-то симпатичная задница, и вы сбились. Для того, чтобы было легче писать, диктовать, запоминать, то что мы делаем? Мы переходим в 16-ричную систему. Соответственно, 128 бит преобразовываются в 16-ричную систему. Как результат, мы имеем уже 32 16-ричных числа. Да? Почему? Потому что одно 16-ричное число занимает 4 бита. 4 бита. Я думаю, что вот если вы там в школе учились, ну хотя бы пытались учиться, то вы наверняка помните 16-ричную систему. То есть начиная с 10 у вас будут буквы А, Б, С, Д и Ф. Соответственно, пожалуйста, коллеги, это запомните, это важно. То есть без этого, собственно, дальше невозможно. Поэтому для чего 16-ричная система? Для простоты, чтобы вы были проще с этим могли работать. Дальше. Кроме стандартных вот этих 16 чисел, нужно знать и другие числа. Такие как, собственно, 15, от 0 до 15, 16. Да? Соответственно, собственно, 16, 32, 64, 128, 192. Единственное нестандартное число, которое вам нужно будет запомнить, это 202. В 16-ричном виде это CA. Значит, почему оно нестандартное? Потому что это вот все остальные числа, это по сути маска под сети, да, вот в IPv4. Поэтому 202 это нестандартное число. Пожалуйста, вот эту таблицу выпишите, выучите, это нужно знать. Значит, еще раз, две вот эти таблицы, значит, собственно, 16-ричную систему и другие числа, которые вам понадобятся в IPv6, вам нужно с ними владеть. Так вот, поехали дальше. Еще раз, 128 бит, тяжело писать, диктовать, поэтому переходим в 16-ричную систему. Соответственно, наш IP-адрес, делим 128 на 4, получается 32 16-ричных числа. Но опять-таки даже 32 числа тяжело диктовать, писать, поэтому эти 32 числа делятся на хекстеты. Хекстеты. Что такое хекстет? Это 16 бит. Соответственно, между хекстетами ставится двоеточие. То есть двоеточие это разделитель для того, чтобы было легче диктовать. А так представьте, я вам диктую 2.0.0.1.0.db.8.0.0.0.0. Сбился и все. Поэтому еще раз делится на хекстеты. Между хекстетами ставится двоеточие. Значит, что важно, можно писать большими буквами, можно писать мелкими буквами, как вам удобно. Собственно, любая система это дело все распознает. Дальше. Сейчас кто-то в чат напишет. Офигеть, сколько нулей, сколько чисел. Как это все запомнить? Это же табуретка, которую нужно впихнуть в мозг. И желательно, чтобы еще с другой стороны ножка не торчала, и чтобы шапку можно было надеть. Да, коллеги, я с вами согласен. Поэтому придумали технологию, которая позволяет уменьшить объем вот этих самых чисел. Соответственно, первая технология называется пропуск начальных нулей. Соответственно, что важно, начальные нули просто берутся и вычеркиваются. Ну, например, 0.1AB будет у вас 1AB, 0.9F0, 9F0, 0A00, A00, 00AB будет у вас просто AB. Соответственно, вот таким образом это делается. Ну, пример очень простой. 2.0.0.1. Вот здесь 0 вычеркнули, здесь вычеркнули, 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 вычеркнули. Что мы получили? 2.0.0.1, DB8, 0.1.1.1, 0.0.0, 2.0.0. Что это означает? Это здорово. Это жизненно. Например, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб. Никто не пишет на ценнике 0 миллион гривен. Никто же не пишет такого, нет. Там написано 16 гривен стоит хлеб.
Почему 16? Потому что так написано, да, то есть никто не пишет 0 миллионов, 0 сотен тысяч, 0 десяток тысяч, 0 сотен, понимаете, никто не пишет этого. Пишут сразу 16 гривен. Поэтому вполне логично, что можно вот таким образом это дело все взять и написать. Поехали дальше. Следующее правило. Следующее правило называется исключение всех нулевых хекстетов. Соответственно, вы можете выкинуть 2 и больше нулевых хекстета и заменить их на двойное двоеточие. То есть двойное двоеточие позволяет заменить, получается, минимум 2 нулевых хекстета можно заменить на двойное двоеточие. Что важно? Есть важный момент. То, что двойное двоеточие можно использовать только один раз. Только один раз. Почему только один раз? Потому что иначе число становится неоднозначным. То есть вот такое вот делать нельзя. Почему нельзя такое делать? Потому что здесь два раза используется двойное двоеточие. Это плохо, потому что, ну блин, как вы это будете показывать? Да? То есть где растягивать? Где растягивать эти нули? Куда их вставлять? Непонятно. Поэтому еще раз, сжатый формат. В сжатом формате двойное двоеточие используется только один раз, и на это нужно обращать внимание. Так, поехали дальше. Значит, вот, собственно, примеры, да, примеры, наши с вами жизненные примеры. Значит, первый пример мы уже смотрели, выкидываем начальные нули, да, то есть все, что начинается с нулей, мы можем просто спокойно выкинуть. Вот еще раз, в хекстете начальные нули после двоеточия можно выкинуть. Что мы получаем? 2001DB8, 00ABCD, 00100. Все здорово. Дальше, что мы видим? То, что у нас есть два нулевых хекстета вот здесь вот и два нулевых хекстета вот здесь вот. Соответственно, у нас может быть получиться два варианта, сжатых два варианта. Например, 2001DB8, двойное двоеточие, ABCD, 00100. Это формат номер один. Дальше, следующий пример. 2001DB8, 00ABCD, двойное двоеточие, 100. Соответственно, это вариант номер два. Значит, еще раз, двойное двоеточие можно использовать только один раз. Это важно, иначе число неоднозначное. Следующий пример. FE80, пошла куча нулей. Соответственно, мы можем взять и начальные нули выкинуть. Что мы получаем? FE80, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB, CD и F. Прекрасно, здорово. Значит, что мы видим? То, что у нас есть подряд идущих три нулевых хекстета, да, три нулевых хекстета, соответственно, вот что бы их не выкинуть, что бы их не выкинуть, да, то есть 3 на 16 бит, 48 нулей, понимаете, подряд идут 48 нулей, можно выкинуть? Да, можно. Соответственно, вместо этого мы ставим двойное двоеточие. Что мы получаем? FE80, двойное двоеточие, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB, CD и F. Здорово, здорово, прикольно, прикольно. Поэтому не такой страшный этот IPv6, просто нужно им уметь пользоваться. Понимаете, если идти учиться на бухгалтера и писать 0 миллиардов, 0 сотен тысяч, 0 чего-то там еще, то, конечно, мозг вывихнешь, вот, особенно если вот его нету. Поэтому, коллеги, понимаете, нужно уметь пользоваться. Вот пользоваться, понимаете? То есть, если вы понимаете, как этим пользоваться, то тогда, понятно, в разы проще. Вот такая вот штука. Поехали дальше. Следующее, что мы смотрим, типы IPv6 адресов. Соответственно, давайте посмотрим, что это такое и как с этим работать. Значит, первый тип адресов называется одноадресной передачи. Вот на английском это unicast. Что означает одноадресная передача? Это рассылка с одного компьютера на другой, с одного на другой, с одного на другой. То есть есть четкий отправитель, четкий получатель. Соответственно, с одного компьютера на другой. Понятно. Пример номер два. Это многоадресная рассылка. Многоадресная рассылка на английском языке multicast. Это больше, чем один и меньше, чем все. Что значит многоадресная? Это рассылки, которые используются для экономии трафика. Для экономии трафика. Это используется, например, в IP-телевидении. Ну вот если вы запускаете, например, там
IPTV плеер, то, соответственно, вот вам вот эти рассылки будут приходить. Соответственно, многоадресные рассылки, они приходят только на те компьютеры, кто на них подписался. Значит, еще раз, принцип работы мультикастов. Я не углубляюсь в курс CCNP Switch, сразу скажу, по подписке. Что значит по подписке? Вот если вы подписались, вам приходит рассылка. Не подписались, не приходит. Вот, вот весь, собственно, принцип. Ну и, коллеги, на что нужно обратить внимание? То, что в IPv6 нету бродкастов. Если вы на это дело посмотрите, никаких широковещательных рассылок нет. А вы скажете, а что же есть? А есть Anycast. Что такое Anycast? Это любой адрес из группы. Любой адрес из группы. Вы скажете, стоп. Вот бродкаст это было на все компьютеры, а Anycast это как любой из группы. Что такое любой из группы? Коллеги, пример, жизненный пример. Представим, что есть некая девушка. И вот эта самая девушка хочет выйти замуж. Что для этого нужно сделать? Вы можете написать свои комментарии, вот, собственно, в чат или там в комментарии под видео. Так вот, я расскажу, как это обычно происходит. Так вот, если девушка хочет выйти замуж, она делает Anycast. Значит, она идет в клуб поднимает. Что там в клубе обычно поднимают? Значит, поднимает руку или другую часть тела. Ну и дальше, любой из группы мужчин, кто, кому это интересно, берет ее замуж. Понятная идея, да? Это называется Anycast. Любой из группы. Вот в компьютерном мире тоже есть такие типы рассылок. Вот все как в жизни. Вот за это, поэтому я сети люблю. Они такие совсем жизненные. Вот, собственно, коллеги, еще раз. В IPv6 нету бродкастов. На это обратите внимание. Это спрашивают на собеседованиях. На этом часто, как говорится, ловят. На этом ловят. Так вот, теперь давайте смотреть все это дело еще детальнее. Значит, еще раз, одноадресная пересылка. Что это такое? Это рассылка с одного компьютера на другой. Соответственно, в адресе источника и в адресе получателя есть четкие адреса. Да? То есть, соответственно, компьютер слева у нас IP-адрес 2001db8acd1.10. Вот это будет у нас источник, а назначение у нас 2001db8acad1.9. Да? То есть четкий отправитель и получатель. И еще раз, эта рассылка называется одноадресная. Соответственно, от одного компьютера к другому. Это одноадресная рассылка. Так вот, давайте мы посмотрим индивидуальные IPv6 адреса, какие они, собственно, есть. Потому что нам с ними придется работать. Так вот, коллеги, что важно, если вы хотите освоить IPv6, я вам рекомендую писать конспект. Писать конспект в виде таблицы. Потому что вы посмотрите, сколько типов IPv6 адресов существует. И на самом деле много. Причем есть названия очень похожие. Ну, например, локальный адрес канала на английском языке link local address. И есть уникальный локальный адрес, unique local address, еще раз, link local address, unique local address. То есть вот это дело, оно все похоже, как говорится. Так вот, поэтому нужно писать конспект для того, чтобы можно было отличать, причем в виде таблицы. То есть вы пишете вот эти все типы адресов по столбикам, а по рядочкам пишете диапазоны, где используются, как генерируются и так дальше. Поэтому поехали. Значит, первый тип рассылки называется, первый тип индивидуального IPv6 адреса называется глобальный индивидуальный адрес. Что это за адрес? Это адрес, который по сути аналогичный публичному IPv4 адресу. Публичному это значит белому IP-адресу, да, IPv4 адресу. Соответственно, вот кто там спрашивал сравнение IPv4 и IPv6, вот сейчас прям все и посравнивал. Значит, еще раз, если вы хотите в IPv6 выходить в интернет, то у вас на компьютере должен быть глобальный индивидуальный адрес. И как раз с помощью его вы попадаете в интернет. Поехали дальше. Следующий тип адреса называется локальный адрес канала. На английском языке это link local address. Задача его на самом деле простая. Это сделать так, чтобы мой компьютер мог общаться с другими устройствами, на которых есть IPv6, через локальный канал. Вы скажете, что такое канал? Ну вот я поднимаю маршрутизатор и показываю, вот мой локальный канал, вот он. То есть в пределах маршрутизатора, в пределах Wi-Fi точки доступа, в пределах VLAN-а, в пределах вот небольшой сети, это и есть задача вот этого локального адреса канала. Общаться между собой
вот без каких-то, без службы DHCP, без ничего, то есть включиться в сеть, и вот чтобы у вас сразу работала сеть. Вот для этого, собственно, используются локальные адреса канала. Поехали дальше. Следующий адрес, который индивидуальный, это логический интерфейс loopback. Что такое loopback, коллеги? Это такой интерфейс, который он логический, то есть он все время работает, его нельзя выключить, и он нужен для того, чтобы разные устройства могли общаться между собой. Наоборот, разные службы могли общаться между собой на одном устройстве. То есть, например, вот у меня есть сервер. На этом сервере есть сервер баз данных MySQL, и на этом сервере есть веб-сервер Apache. Вот я хочу, чтобы они между собой общались. Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы они могли между собой общаться, то получается нужен некий интерфейс. И вот тот внутренний логический интерфейс, когда две службы общаются между собой, он называется, собственно, логический интерфейс, loopback. Дальше, неопределенный адрес. Коллеги, что такое неопределенный адрес? Это такой адрес, который используется обычно как IPv6 адрес источника, и когда у вас отправитель не связан с получателем. Значит, еще раз, если отправитель с получателем не связан, этот адрес называется неопределенный. Это все нули. Поехали дальше. Следующий. Уникально-локальный адрес. Значит, что это за адреса, коллеги? Это адреса, которые, по сути, аналогичны частным IPv4 адресам. Помните частные IP адреса? Это те, которые используются внутри сетей. Это 192.168.0.0/16, 172.16/12, да, вот, и 10.0.0/8. Это частные IP-адреса, они используются внутри сетей. Соответственно, вот FC00/7 это по аналогии только уже в IPv4, по аналогии это дело все тоже используется. Ну и последний тип индивидуальных IPv6 адресов, это встроенный IPv4 адрес. Соответственно, мы его рассматривать не будем, эта штука умерла во времена Windows XP. Это уже прошло 10 лет, если не больше, там, да, когда Windows XP появился, в 2000 каком-то там, третьем или во втором году, да, уже 18 лет прошло, даже больше, да, поэтому, собственно, эта технология сейчас уже не используется и, собственно, дальше никому не нужна, поэтому мы ее тоже смотреть не будем. Ну и теперь мы детально еще раз все это дело посмотрим. Значит, еще раз, глобальный индивидуальный адрес аналогичен публичному IPv4 адресу, является глобально уникальным, маршрутизируется в интернете, может настраиваться статически или назначаться динамически. Мы, собственно, это дело все сегодня посмотрим при настройке нашего микротика. Дальше, локальный адрес канала LinkLocal используется для обмена данными с другими устройствами в пределах локального канала. Значит, еще раз, что такое локальный канал, коллеги? Это в пределах коммутатора, в пределах Wi-Fi точки доступа, в пределах одного VLAN-а. То есть с привязкой к каналу. Эти пакеты не маршрутизируются за пределы того канала, где этот пакет родился. Да? То есть если пакет родился вот здесь, вот в этом вот, собственно, канале, то дальше это дело все не пересылается. Дальше, loopback используется для обмена пакетами самому себе и не может назначаться физическому интерфейсу. Для чего? Чтобы разные службы, например, MySQL и веб-сервер Apache, могли общаться друг с другом. Неопределенный адрес, значит, он используется, когда отправляются какие-то пакеты, вот когда отправитель не связан с получателем. Это все нули, все нули. Обычно такие рассылки блокируются. Вот в фаерволе нужно такие рассылки блокировать, потому что такие рассылки используются в всяких там DOS, DDoS атаках. Дальше, уникально-локальные адреса, коллеги, это они аналогичны частным IPv4 адресам, используются для организации локальных сетей. Ну, вот, например, у вас есть филиалы, куча филиалов, как их объединить между собой? Вот для этого, собственно, и используются уникально-локальные адреса. Ну и встроенные IPv4 мы смотреть не будем, потому что эта технология уже 18 лет как не используется. Так, поехали дальше. Давайте посмотрим структуру глобального IPv6 адреса. Собственно, как же он отображается. Значит, глобальные IPv6 адреса одноадресной передачи являются глобально уникальными и маршрутизируются в интернете. То есть, если я хочу попасть куда-то наружу, то, собственно, для этого мне нужен вот этот самый
глобальный уникальный адрес. Кто его выдает? Его выдает организация, которая называется ICANN, ну и, соответственно, дальше региональные интернет-регистраторы. Собственно, региональных интернет-регистраторов 5, на всю планету Земля их 5. Ну и, соответственно, Европа и Азия – это RIPE. Соответственно, RIPE выдает все эти адреса. Давайте посмотрим на формат, как же тут, собственно, все это будет. Значит, глобальные индивидуальные адреса одноадресной передачи, они в двоичном виде начинаются с 001. Ну или если это перевести, собственно, в двоичную систему, то это будет 2000/3/3. Соответственно, это явный признак глобального адреса. То есть, если вы видите IP-адрес, где начинается с двойки, вы точно знаете, что это глобальный адрес в одноадресной передаче. Поехали дальше. Собственно, какая структура этого адреса? На самом деле он выглядит, то есть вот эти все битики, они делятся вот таким вот образом. Значит, в начале идет глобальный префикс маршрутизации, вот он. Дальше идентификатор подсети, ну а дальше идентификатор интерфейса. Вот это очень важный момент, да, то есть вот так это дело все происходит. Таким образом, получается что? Когда вы подключаетесь к провайдеру, провайдеру IPv6, сегодня мы будем подключаться к провайдеру IPv6, то провайдер нам выдает префикс /48. То есть нам выдается вот эта вот сеть, а дальше мы себе будем генерировать подсети. Я это тоже покажу чуть дальше. Так, поступил вопросик, да, коллеги, задавайте. На самом деле, уже много вопросов. Так, много вопросов. Так, делать паузы. Так, хорошо, да, делаем паузу. На слайде, где приводятся примеры сокращений. Так, на слайде, где приводятся примеры сокращений. Да, немножко вызвало недоразумение. 0, 2, 0, 2.0 заменяются одинаково, да, 2, 0, 2. Так. Ну. Как же тогда понять, сколько нулей надо добавить? То есть, если появилось двойное двоеточие, вопрос звучит так. Как понять, сколько нулей добавить? Коллеги, еще раз. Должно быть 32 16-ричных числа. Вот вы и считайте. Если у вас их не хватает, то что нужно вписать? Правильно, нужно вписать нули вот вместо того двойного двоеточия. То есть, вы считаете количество 16-ричных чисел слева, 16-ричных чисел справа. Ну, например, слева 3. Справа 32, да? Ну, пускай 5, да? Соответственно, вы считаете, не хватает. Должно быть 32. Не хватает вот 5 плюс 3, 8, да? Значит, 32 минус 8, получается 24 нуля нужно в середину ставить. Вот так это считается. То есть, еще раз, всего 32, а дальше вы считаете. Поэтому я вот эту математику для этого специально вам показал, да? То есть, банально надо считать. Вот и все. Так, еще вопрос. В адресе они последовательно. Последовательно, конечно. Если идут. Есть разрыв, то следующий уже не заменяется. Да, не заменяется. Если есть разрыв, не заменяется. То есть только нули можно выкинуть. Чтобы не было неоднозначности. Да, неоднозначности. Только один раз. Следующий вопрос. Что значит встроенный IPv4 адрес? Встроенный IPv4 адрес – это технология, которая позволяла перейти в IPv6. То есть долго думали, мучились, как перейти в IPv6 и придумали вот эту встроенный IP-адрес. Смотреть не будем, это все умерло во времена Windows XP. Windows XP сейчас уже нигде не стоит, вот поэтому нету смысла это смотреть даже. И еще вопросик. Так, еще вопросик. Локальный адрес канала. Это аналог адреса в IPv4? Ну, похоже. Локальный адрес канала. Дело в том, что есть в IPv4 аналог. Это сеть 169.254. Ну, по сути, да. Вот, то есть это адрес, по сути, аналог вот той сети 169.254, это аналог IPv6, да. Ну так, так вот, link-local адреса в IPv6, они, по сути, аналогичны IPv6, IPv4 адресам 169.254, которые используются, автоматически генерируются, когда Windows, ну или другая система не может найти DHCP сервер. Вот тогда это дело все появляется. Так, 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 так. Все, поехали дальше. Вроде все. Так вот, собственно, коллеги, что такое идентификатор подсети? То есть, когда вам провайдер выдал /48, то вы должны растянуть ваш префикс
до, по сути, до слэш-64. Таким образом, что получается, коллеги? То, что префикс — это, по сути, маска под сети. Значит, еще раз, в IPv6, помните, в IPv4 была маска под сети, там 255, 255, 255, 0. Вопрос, где она в IPv6? В IPv6 маска под сети — это некий префикс. Соответственно, если пишется адрес, потом пишется слэш-64, что это означает? Это означает, что половина битика у вас сетевые, а вторая половина узловые. Понятно, да? Таким образом, что получается? Что вам провайдер выделяет сеть слэш-48, а вы ее растягиваете до слэш-64. То есть вы должны, по сути, себе сгенерировать вот эту подсеть, в которой вы будете работать. Ну, вот, собственно, это все и расписано. Значит, еще раз, стандартный префикс слэш-64, да, вот стандартный префикс слэш-64. Вот. Ну и когда вы подключаетесь, вам выделяет слэш-48, вы растягиваете до слэш-64. Соответственно, еще раз, что это означает фактически? Фактически означает, что левая часть — это сетевая часть, правая часть — это узловая, да, то есть это идентификатор интерфейса. Точно так же, как и в IPv4, вы можете менять маску под сети от 0 до 32, в IPv6 вы префикс можете менять от 0 до 128. Аналогично, да, можно туда-сюда это дело все менять. Настройка. Коллеги, на CISC, как это все настраивается на маршрутизаторах CISC? Все очень просто. Компания CISC понимает, что это нужно запихивать в табуретку. Так вот, для того, чтобы не вывихнуть мозг, которого может и не быть, значит, здесь добавляется всего две буквы. V6. Ну, собственно, в микротике тоже на самом деле добавляется чуть-чуть другой раздел. Помните, там был IP, чего-то там address, да, а теперь будет IPv6. И так дальше, там роуты или что-то там еще, да. Вот такая вот, собственно, картина, поэтому настраивается все банально просто. Поехали дальше. Следующее, что мы смотрим, это, значит, в Windows. Как настраивается в Windows? Значит, ну, статическая маршрутизация, да, то есть руками. Как настраивать руками? Нажимаете Use the following IPv6 address, вписываете адрес, дальше префикс вписывается в отдельное окно, вписываете шлюз, там этот DNS и все такое, нажимаете ОК, ну и все, коллеги, и у вас будет все, как говорится, работать. Дальше, следующий адрес, который нам осталось посмотреть, это локальный адрес канала. Значит, что это за адрес? Это адрес, который используется для того, чтобы ваш компьютер мог общаться в пределах локального канала, то есть в пределах коммутатора, в пределах Wi-Fi сети, в пределах одного VLAN. Значит, формат такой, диапазон такой FE80/10/10, да, вот такой вот, собственно, диапазон для этого дела выделяется. Таким образом, первые 10 бит выглядят вот таким образом: 1.1.1.1.1.1.0.1.0. Дальше вот здесь вот посередине идет 54 нуля, ну и, собственно, справа идет идентификатор интерфейса. Вот, значит, этот адрес генерируется автоматически. Значит, что важно, еще раз, то, что ваш компьютер, общаясь по локальной сети, да, он может общаться с другими устройствами по локальной сети, используя вот эти вот самые link local адреса. То есть вот общаться вот так туда-сюда можно без проблем. Вы можете общаться друг с другом, но, что важно, коллеги, маршрутизатор ни в коем случае не будет пересылать эти пакеты в другую сеть. То есть общение может быть только в локальной сети. То есть, еще раз, пакеты, которые FE80, они не маршрутизируются. Пакеты локальных адресов канала не пересылаются за пределы канала. Маршрутизатор их не пересылает. Ну вот, собственно, можно ли его настроить статически? Да, можно. Точно так же IPv6 address FE80 двойной двоеточие /1. Ну, понятно, что /64, поэтому /64 не пишется, пишется просто link local. И таким вот образом вы можете это дело все установить. Так, есть вопрос, да, давайте. А как маршрутизируются адреса FE80, если в IPv6 нету NAT?
IPv, значит, как маршрутизируются адреса IPv8.0, если в IPv6 нету NAT? Значит, IPv6, еще раз, link local адреса не маршрутизируются. Маршрутизируются глобально уникальные 2.0.0.1 DB8 AC, да-да-да-да-да. Понятно, нет, да? Нет необходимости. Вот, а зачем их маршрутизировать? У вас есть другой адрес, у вас есть другой носитель, который маршрутизируется, у вас есть другой, по сути, параллельная адресация, она есть глобальная, глобальная адресация. А локально она не маршрутизируется. Вот это очень важно. Так, поехали дальше. Значит, следующий важный момент, это вот то, что ребята спрашивали, в чем отличие IPv4 от IPv6, что нового, коллеги, в IPv6. Значит, в IPv6 появляется такая интересная технология, которая называется автоконфигурация без сохранения состояния. Stateless Address Autoconfiguration. Сокращенно SLAAC. Что интересно, коллеги, то, что это метод, который позволяет устройству получить от маршрутизатора IPv6 префикс, длину префикса и шлюз по умолчанию. При этом не нужен никакой DHCP сервер. И это здорово. Почему? Вам не нужен никакой DHCP. Вот в кого было такое, что DHCP подвис и перестал выдавать IP-адреса? Или у вас закончились IP-адреса, и DHCP не знал, что с этим делать? Так вот, здесь получается, вам вообще не нужен DHCP сервер. Вы скажете, окей, а как же это происходит? Все настройки вам высылает маршрутизатор с помощью протокола ICMP. То есть есть новые типы сообщений ICMP-V6, и маршрутизатор высылает route advertise, и вы получаете все настройки от маршрутизатора. Таким образом, по сути, маршрутизатор заменяет DHCP сервер. Значит, какие бывают конфигурации, коллеги? Значит, вот, значит, есть разные варианты вот этой автоконфигурации. Значит, для того, чтобы ее включить на маршрутизаторах Cisco, нужно написать IPv6 Unicast Routing команду, и у вас вот автоконфигурация включится. На микротике есть такая галочка, я вам тоже ее покажу чуть дальше, Advertise. То есть, если вы ставите галочку Advertise, то у вас эта штука начинает работать. Так вот, какие варианты могут быть? Только SLAAC. Соответственно, вам маршрутизатор, то есть это по умолчанию, вариант номер один, он по умолчанию. Маршрутизатор полностью вам вышлет информацию о сетевом подключении. То есть это префикс, длина префикса, шлюз. Есть вариант номер два. Это SLAAC плюс DHCP V6 сервер. Дело в том, что DHCP протокол на самом деле очень богатый. Там много чего можно передавать. Например, вот есть такой провайдер Corbida вот в Москве, да, и это сейчас, по-моему, уже Билайн. Вот. Так вот, эти ребята рассылают статические маршруты по DHCP. Представляете, да, вот статические маршруты по DHCP. Соответственно, с помощью DHCP можно выдавать больше 70 параметров. Поэтому вот все запихнуть в маршрутизатор, наверное, неправильно. Поэтому есть вариант, когда вы частично параметры выдаете с DHCP, частично с SLAAC, а частично с DHCP. Ну и можно настроить вариант номер 3. Это когда вы полностью все выдаете с DHCP V6 сервера. Значит, полностью все будет вам выдаваться с DHCP сервера. Тоже нормально, в принципе, если у вас это дело все настроено. Значит, еще раз, как это все выглядит? Визуализация. Еще раз, вот мой компьютер. Вот он. Дальше. Я его включаю в сеть. Включил кабелем. Что дальше? Мой компьютер начинает искать маршрутизаторы. Для этого он, да, так вот, мой компьютер начинает генерировать локальный адрес канала. FE80, понятно, да? Соответственно, когда он сгенерировал локальный адрес канала, он может общаться в пределах канала. Следующий этап. Он делает многоадресную рассылку по всем маршрутизаторам. Вот он кричит всем маршрутизаторам. Ау, ау, маршрутизаторы, мне нужно префикс, длина префикса, шлюз по умолчанию. Соответственно, эту рассылку маршрутизаторы получают, и вот маршрутизатор может ответить. Вариант номер один. Вариант номер один. Я присылаю тебе префикс, длину префикса, шлюз. Ну и, соответственно, маршрутизатор все это дело высылает клиенту. Клиент дальше может эти настройки себе уже использовать. То есть вот такой вот принцип автоконфигурации. По сути, вам не нужен никакой DHCP. И как по мне, это здорово, это прикольно, потому что вот чем система проще, тем она надежнее. Вот это очень важный момент. Так вот, поехали дальше. Следующий важный момент возникает. Как же происходит генерация локального адреса канала?
Значит, локальный адрес канала генерируется с помощью технологии EUI-64. Соответственно, для того, чтобы сгенерировать что-то уникальное, нужно взять что-то уникального. Соответственно, мы берем 48-битный MAC-адрес. Мы берем 48-битный MAC-адрес. Дальше мы его делим пополам. Значит, в первых 24 битах меняем 7-й бит на обратный. То есть вот его меняется он на обратный. Дальше в середину вставляется FFFE. Ну и потом ставится последние 24 бита. Понятно, да? То есть вот таким вот образом вы генерируете локальный адрес канала. Собственно, вот такая технология, она работает в нормальных операционных системах. Это macOS, Linux, FreeBSD, Cisco. А вы скажете, а как же Windows? Дело в том, что Windows Vista давным-давно когда-то был какой-то дыра в безопасности, и Microsoft отказалась от генерации с помощью EUI-64. То есть, как это сейчас работает, вот об этом, как говорится, история умалчивает. Так вот, визуализация. Еще раз, как это работает? Мы берем 48 бит нашего MAC-адреса. Вот они. Дальше делим пополам. Вот здесь посерединке делим пополам. Дальше 7-й бит меняем на противоположный. И в середину вот сюда впендюриваем FFFE. Как результат, 48 плюс 16 бит, сколько будет? Правильно, будет 64. И вот, собственно, мы сгенерировали локальный адрес канала и можем общаться с другими устройствами в пределах канала по этому адресу. Значит, ну вот пример, да, шоу интерфейс Gigabit Ethernet 0.0. Мы можем посмотреть MAC-адрес и, как результат, локальный адрес канала. Ну, я вам могу аналогичным образом показать это дело, да, то есть если я запущу вот сейчас пути, зайду вот на наш сервер, который называется lab.edu-cisco.org, если я сюда вот, например, залогинюсь, так, сейчас я вот прямо здесь вам увеличу размер шрифта, значит, appearance, change, полужирный, 18, окей, apply, вот, собственно, консоль, дальше пишу ifconfig, что я могу здесь увидеть? То, что, да, сейчас я, тут у меня много всяких интерфейсов, коллеги, значит, да, вот столько много у меня тут интерфейсов, вот пример, значит, да, вот это все на интерфейсах, коллеги, да, вот нужно понимать, как это работает, вот я что вам скажу, потому что это важный момент. Так вот, смотрим. Hardware address 902B34DC76A1. Да? 76A1. Видим. Теперь давайте найдем link local address. Link local address — это тот, который FE80. Вот смотрим. INET6ADDR. Что мы видим? То, что FE80 у меня есть. Дальше 90. 7 бит инвертировался, и мы получили 92. Понятно, да? 9.2. Дальше 2B осталось. 34 осталось. Дальше FFFE. Вот оно, FFFE. Дальше DC остался. 7.6 остался. A1 остался. Да? То есть это нормально, что вот такая вот генерация, собственно, происходит. Так, я отсюда выхожу. Больше мне это не надо. Вот. На самом деле это удобно. Почему? Потому что вы генерируете действительно уникальную комбинацию, которую можно реально использовать, и ваш адрес будет уникальным. Так, это рассказал. Значит, да, таблица маршрутизации. Значит, коллеги, таблица маршрутизации, она по сути аналогична таблице маршрутизации IPv4. Останавливаться не буду, там все по аналогии. Да? То есть есть у вас, собственно, записи, ну, в ЦИСКе с буковкой C, это connected, это непосредственно подключенная сеть, и есть записи с буковкой L, local, это локальный IP-адрес вот в той сети. Почему так? Потому что здесь, обратите внимание, prefix /128, а здесь prefix /64. То есть, по сути, ваша операционная система работает аналогично, ну, я уже закрыл консоль, я бы вам показал и в Linux таблицу IPv6 маршрутизации, то есть она, по сути, аналогичная, как в IPv4, только там пишется, собственно, IPv6 адреса.
Ну и, коллеги, последнее, что мне осталось вам рассказать, это многоадресные рассылки, которые бывают в IPv6. Причем я все рассказывать не буду, большая часть их изучается в курсе CCNP. Вот, кстати, такой важный момент, то что сейчас CCNA упрощается и весь IPv6 уходит лесом в CCNP. Но, коллеги, мы еще пока по просьбе наших студентов читаем старый CCNA, старый, в котором есть и IPv6, и протоколы eGRP, многозоновый SPF, и VTP, и BGP, списки контроля доступа IPv6. То есть все это пока есть в старом CCNA. Мы читаем старый CCNA плюс новые темы. Старый CCNA плюс новые темы. Понятно, да? Соответственно, у вас пока есть еще возможность записаться на старый CCNA и это дело все выучить. Но на самом деле, еще раз, в новом CCNA все это уходит куда? В CCNP. Поэтому вот кто не успел, тот будет, придется осваивать те же CCNP. Ну, если еще мозга хватит. Так, есть вопрос? Да, да, задаем вопросы. А можно ли полностью отказаться от IPv4 при организации сети? IPv4 и IPv6 полностью независимы? IPv4 и IPv6 полностью независимы. Вы можете полностью отказаться от IPv4, но это будет у вас работать только, вот я уже говорил, что на IPv6 перешли кто? Перешли все, кроме Украины и Mail.ru. Поэтому, если вы перейдете на IPv6, то Украина будет у вас просто ее не будет. Вот. Все хорошо, можно это сделать, но более половины сайтов не будет доступны. Более половины сайтов не будет доступны. Украинские сайты вообще доступны не будут, я сразу говорю. Вот. А так все работает. Ну, я вам серьезно говорю, даже Ростелеком перешел полностью на IPv6, Канцтелеком тоже. Ну, то есть проблем нету. Вот. У наших соседей они, как говорится, пользуются благами. Так, есть еще вопрос. Префикс /10. Linklocal адрес FE префикс 64. Да, значит, еще раз, linklocal адрес, еще раз, префикс для локального. Почему там /10, а в результате /64? Почему /10, а потом /64? Потому что внутри 54 нуля. А вот такая вот штука. Вот. Ну, предполагается, что в будущем, может быть, будут, то есть IPv6, он же тоже ведь развивается, понимаете, коллеги? То есть в будущем, если не хватит адресов, то, может быть, этот сдвинут, понимаете, да? То есть заложили слэш, заложили, еще раз, заложили /10, но стандартный префикс /64. Вот мы будем тоже назначать целую подсеть. То есть вы скажете, у меня дома нету столько устройств. 2 в 64 степени. Это сколько миллиардов устройств? У меня дома нету миллиардов устройств. У меня даже дома столько вещей нету, чтобы их подключить к интернету. Но для будущего, вы поймите, каждую молекулу можно подключить к интернету. Может, через 1000 лет будет не хватать IPv6 адресов. Понимаете? Поэтому это для будущего. Так, еще один вопрос. Можно ли NAT считать как дополнительную защиту локальной сети? Можно ли NAT считать как дополнительную защиту сети? В принципе, да, но с NAT больше проблем, чем недостатков. Например, перепаковка пакетов вызывает большие задержки. Дальше, если у вас протокол SIP, IP-телефония, через NAT SIP вообще ходит вообще плохо. А если у вас двойной NAT, вот, например, вы представьте, китайцы сидят за 4 натами. Там просто, извините меня, задница. Вот. Дальше. В Украине, посмотрите, Интертелеком. Клиенты сидят за 2 натами. Ого, Укртелекомовский. Клиенты сидят за 2 натами, если там уже не за 3. Понимаете? То есть у вас не работает SIP. Попробуйте, вот кто пробовал во время этого карантина организовать IP-телефонию вот своим сотрудникам, кто там сидит в какой-то заднице. Это же невозможно, оно просто не работает. Поэтому, еще раз, с одной стороны NAT это прикольно, с другой стороны не работает. Поэтому, что выбрать? Выбирайте, коллеги. Тут ведь вот такая картина маслом-то. Получается, что можно спокойно вычислить MAC по linklocal адресу. А как же безопасность? Можно вычислить MAC по linklocal адресу. Как же безопасность? Но этот человек и так находится у вас в сети, понимаете? Mm-hmm. То есть он и так рядом. То есть вычислить, какой тип сидит рядом и что-то там качает, по-моему, проблем нету. Можно просто подойти, посмотреть в его ноутбук. Ну а потом вырубить. Ну, в смысле этого типа, и качаться у вас ничего не будет. Понятно, да? То есть все на самом деле решается банально просто. Это
локальный адрес, поэтому он рядом возле вас. Маленький так, маленький вопрос. LLMMR пакет DNS. Как приблизительно работает в IPv6? Как работает DNS в IPv6? По сути, точно так же, как и в IPv4. Вот, опять-таки, можно запустить Wireshark и это дело все глянуть. То есть это все по аналогии. Так вот, поехали дальше. Значит, то, что конкретно отличается, я вам сейчас вот рассказываю, да, вот что нового в IPv6 и как оно работает, это мы вот прямо сейчас рассматриваем. Так вот, многоадресные рассылки в IPv6 имеют формат FFXX/8. FFXX/8. Что интересно, то, что мы посмотрим только две, остальные в курсе CCNP. Это многоадресная рассылка назначаемого узла и мультикастный адрес опрашиваемого узла. Вот такие вот, собственно, рассылки могут быть. Давайте их посмотрим в детали. Ну и начнем мы с групповой рассылки по всем узлам. Значит, это FF02 двойной двоеточие единица. В эту группу включаются все устройства под управлением IPv6. По сути, выполняет ту же функцию, что и широковещательные рассылки. Сейчас кто-то напишет, блин, отменили широковещательные рассылки, а тут опять написано, что не появляется. Нет, коллеги, многоадресная рассылка — это не широковещательная рассылка. У многоадресной рассылки устройство должно подписаться на рассылку. То есть вы должны сказать, эй, коммутатор, присылай мне рассылку, если она идет на FF02, двойной двоеточие единица. И тогда вам коммутатор это дело будет присылать. Вот это важный момент. То есть нету лишнего навязанного трафика. То есть вам приходит на устройство только то, на что вы подписались. Поехали дальше. Следующая рассылка FF02 двойной двоеточие 2. Это многоадресная рассылка по всем маршрутизаторам. Соответственно, в эту группу попадают все маршрутизаторы, когда вы написали команду IPv6 Unicast Routing. Ну или, собственно, в микротике там тоже галочка есть. И, собственно, после этого микротик будет выдавать все настройки по SLAC. Ну и Cisco тоже выдает все настройки по SLAC. Вот такие вот типы рассылок. Значит, еще раз, визуализация. Смотрим. Значит, многоадресная рассылка. Это когда вот маршрутизатор мой 2001db8acad, единица, двойной двоеточие единица, хочет обратиться ко всем. Соответственно, куда он делает рассылку? На FF02, двойной двоеточие единица. Но опять-таки, коллеги, эту рассылку получат все при условии, что они подписались на эту рассылку. То есть каждое устройство должно подписаться. Но если устройство не хочет получать эту рассылку, то что можно сделать? Можно не подписываться или можно отписаться. Вот это очень важный момент. То есть в IPv6 нету трафика, который навязывается. Вот это очень важно. Ну и дальше смотрим многоадресную рассылку опрашиваемого узла. Что это такое? Значит, вот, например, у нас есть адрес 2001db8acad. Дальше единица или что тут? Тут, ну, неважно, там пошли какие-то там биты. Соответственно, мы берем последние 24 бита и вставляем вот сюда, вниз. Соответственно, берем префикс групповой рассылки опрашиваемого узла, вот такой вот, FF02, дальше нули, здесь опечатка 0 должен быть, FF и последние 24 бита. Значит, вы скажете, блин, что за дичь, зачем это используется? Коллеги, сейчас посмотрим дальше. Значит, еще раз, принцип такой. У вас есть какой-то адрес, ну, пока неважно какой, да, вы берете последние 24 бита и спереди подставляете вот такой вот префикс FF02, пошли нули, FF и последние 24 бита. И это многоадресная рассылка опрашиваемого узла. Значит, где применяется? Это применяется в технологии обнаружения адресов дубликатов. И это применяется для того, чтобы работал, по сути, протокол ARP. Ведь в IPv6 нету широковещательных рассылок. А как вы адрес свяжете с MAC-ом? Как связать IPv6 адрес с MAC-адресом? Как связать? Получается непонятно как. Так вот, для того, чтобы связать, появляется вот эта вот многоадресная рассылка опрашиваемого узла. Соответственно, если вы хотите с адреса получить MAC, вы берете последние 24 бита, спереди ставите FF02, нули FF, и последние 24 бита. Соответственно, оттуда должен прийти MAC. И таким образом вы преобразуете IP в MAC. То же самое касается обнаружения адресов дубликатов. Соответственно, зачем эта технология Duplicate Address Detection? Она нужна для того, чтобы не было
Она нужна для того, чтобы не было конфликтов IPv6 адресов. Соответственно, принцип какой? Вот перед тем, как назначить себе на интерфейсе какой-то IP-адрес, вы делаете многоадресную рассылку от вашего узла. Если оттуда приходит MAC, значит этот адрес что? Он занятый. Если тишина, то вы можете его назначать себе на интерфейсе и можете им, собственно, пользоваться. Поехали дальше. Значит, метод давайте посмотрим методы перехода на IPv6. Значит, метод перехода номер один называется параллельное использование IPv4 и IPv6. Собственно, коллеги, мы сегодня этот метод посмотрим, и я вам его покажу очень даже детально. Значит, принцип очень простой. Dual stack. Значит, вы одновременно назначаете и IPv4, и IPv6, IPv4, IPv6, IPv4, IPv6, IPv4, IPv6. Но на самом деле это уже встроено в Windows. То есть, если вы вызовете диспетчер управления сетями и общим доступом, да, вот я запускаю здесь, посмотрите, коллеги, свойства. У меня здесь уже есть и IPv4, и IPv6. То есть эта штука активирована уже по умолчанию. По умолчанию в Windows, в любой современной системе, Dual Stack активирован по умолчанию. Поехали дальше. Второй метод перехода на IPv6 называется туннелирование. Что такое туннелирование? Это когда вы с помощью туннеля себе, собственно, берете и закачиваете свою локальную сеть IPv6 адреса. Собственно, мы это будем делать сегодня. Да? Сегодня мы это делаем вот на практике. Вот дальше, после вот этой небольшой лекции, я вам покажу, как настроить туннельного брокера. То есть вы, по сути, берете и себе строите туннель. Туннель вот так вот. Да? Соответственно, внутри этого туннеля будет затекать вашу сеть IPv6 трафик. Понятная идея, да? То есть мы будем использовать IPv4 интернет, но на основании этого IPv4 интернета внутри будет у нас IPv6 пакеты. Вот такая вот интересная штука. Вот так это дело будет работать. Да, и вот есть еще один метод, кстати, перехода. Называется NAT64. Значит, это когда вы берете, собственно, используете IPv6, но при этом натите эти адреса в IPv4. В IPv4. Тоже, кстати, значит, ну, сейчас это не используется, NAT64, но, тем не менее, можно тоже настроить. Кстати, если вы подключаетесь по VPN, и внутри VPN бегает у вас IPv6, то у вас там будет NAT66. Вот это тоже интересно. То есть NAT есть и в IPv6 тоже ведь NAT есть, понимаете? Но тут принцип, нужно ли вам это, понимаете идею, да? Вот, собственно, тут могут быть разные варианты. То есть эти вот натовские технологии, они сейчас уже не используются. Так вот, что интересно, еще раз, коллеги, когда вы подключаетесь к провайдеру, то провайдер вам выделяет префикс /48. /48 это, собственно, ваш префикс. Дальше, ваша задача растянуть это до /64. Вы это дело растягиваете до /64. Что значит растягиваете? Вы генерируете себе подсети. 00, 001, 002, 003, 004, 005, 00A, 00B, 00C, 00 и так дальше. Сколько может быть сетей? 2 в 16 степени. 2 в 16 степени это 65536 сетей вы можете себе сгенерировать. Сейчас кто-то в чат напишет, у меня дома нету столько вещей. Коллеги, если вам нечего подключать к интернету, если у вас нету дома столько интернет-вещей, вам нужно жениться. Вам нужно срочно жениться. Жена будет ходить по магазинам, покупать всякий хлам, ну в смысле вещи. Вот вы их будете подключать к интернету. Ну и так вы будете жить долго, счастливо и умрете в один день. Собственно, принцип простой, да? То есть это сделано для интернета вещей. Ну, то есть, вот почему? Потому что все должно быть, опять-таки, с точки зрения безопасности. Вы будете эти устройства группировать там. Окно будет в одной подсети, стула будет в другой подсети, телевизор в третьей подсети, кроссовок в четвертой подсети и так дальше. То есть вы это дело будете все разбивать на подсети. Зачем? Вдруг кто-то сломает ваш кроссовок через интернет.
могут взломать ваш кроссовок, а потом эти хакеры через кроссовок залезут на стуло, окно, еще куда-то там, и начнут, и ваш дом восстанет против вас. То есть, чтобы не начался апокалипсис, коллеги, нужно для каждой интернет-вещи делать отдельную подсеть. Ну и вот пример. Пример. Вот у меня есть сеть компании, да? Соответственно, сколько у меня тут сетей? 1, 2, 3, 4, 5. Вот мне надо было 5 подсетей. Я взял вот такой кусочек с этого диапазона, себе сгенерировал. Удобно, удобно. Вот вы делаете по аналогии, да? То есть вот для одного устройства, для другого, для третьего, пятого, десятого и так дальше. Значит, вы скажете, у меня 3 жены. Что делать? Значит, коллеги, если у вас 3 жены и вам не хватает 65 536 сетей, что нужно делать? Правильно, вы берете и префикс двигаете вправо. Двигайте вправо. По аналогии, как это происходит в IPv4, то есть можно взять и дополнительно сгенерировать себе сети. Единственный нюанс, что когда вы двигаете в префикс вправо, то вы двигаете на одно 16-ричное число, а одно 16-ричное число это 4 бита. Это, собственно, 4 бита. Таким образом, получается, что у вас было слэш 64, потом 68, 72, 76, 80, 84, 88 и так дальше. То есть вы можете двигать числа вправо и получить, собственно, нужную вам подсеть. И, собственно, с этим вот будет у вас все работать. Вот такой вот, собственно, принцип всего этого дела. Ну и самое интересное, как же происходит рассылка всех этих сообщений. Коллеги, рассылая, да, есть еще вопрос, да, давайте раз небольшой вопрос по этой. По... Как провайдеры раздают адреса в домашней сети, которые за роутером находятся? Как провайдеры раздают домашние сети? За... Так вот, смотрите, вам провайдер выделяет вот, собственно, слэш 48, а вы за свой роутер делаете вот это вот 001, 002, 003. То есть вам выдается слэш 48, а вы себе, то есть на вас роутится сеть слэш 48, а вы внутри себя это назначаете. Мы, собственно, это все будем сейчас делать. Чуть дальше на практике давайте посмотрим, как это мы получим у провайдера сеть слэш 48 и мы ее запендюрим за роутер. То есть они прописывают у себя статический маршрут. С точки зрения провайдера это тупиковая сеть, и они за вас, ну на вас, на ваш маршрутизатор прописывают вот эту тупиковую сеть. Так, все, нет вопросов? Дальше. Дальше будут. Поехали дальше. Значит, ICMP, коллеги, вот эти все общения между собой, между маршрутизатором в IPv6 происходят через, используя протокол ICMP. Давайте посмотрим, что общего в ICMPv4 и ICMPv6. Значит, это подтверждение узла. Ну, это пинг, да, то есть если вы вспомните пинг в IPv4, то, собственно, подтверждение узла это вот как раз пинг, да. Дальше, назначение или служба недоступна, превышение времени и переадресация маршрутов. Это то, что общего. Обычно переадресацию маршрутов нужно блокировать в фаерволе, потому что могут делать на вас DDoS-атаку, то есть это нужно защищаться. Что общего? Теперь что нового? Значит, в ICMPv6 появляется новых 4 протокола. Это сообщение о запросе маршрута. Помните, я говорил, компьютер включается в сеть и кричит: ау, ау, все маршрутизаторы, дайте мне префикс, длину префикса шлюз. Так вот, это запрос маршрута. А маршрутизатор, помните, вам отвечал, вариант номер один. Так вот, это было что? Это было объявление маршрута. Понятно, да? Дальше. Запрос соседних узлов и сообщение об объявлении соседних узлов. Где это используется, коллеги? Это используется, когда нужно преобразовать IP в MAC. Помните там, да, IP в MAC. И, собственно, это используется, когда нужно делать duplicate address detection, обнаружение IP-адресов соседей, да, дублирующих. Да. Вот такие вот 4 новых типа ICMP сообщения появляются в IPv6. Значит, еще раз.
Самая полная картина, как работает IPv6. Вот если вы пропустили всю эту лекцию, значит, посмотрите вот этот слайд. Это самое важное. Значит, еще раз. Вот мой компьютер. Я его включаю в сеть. Включил. Следующий этап. Генерация локального адреса канала с помощью LinkLocal. Значит, генерируем локальный адрес канала, используя технологии EUI64, если у вас не Windows. А если Windows, то каким-то случайным образом. Дальше. Сгенерировали вот этих вот, то есть берем первые 24 бита, меняем 7 бит, MAC адреса. Значит, берем MAC адрес, первые 24 бита, меняем 7 бит, в середину вставляем FFFE, последние 24 бита. Спереди поставили FE80 и 540, получили локальный адрес канала. Дальше. Делаем многоадресную рассылку по всем маршрутизаторам. Куда? На FF02 двойной двоеточие 2. Мы кричим: ау, ау, все маршрутизаторы, мне нужно префикс, длина префикса, шлюз. Маршрутизатор вам отвечает. Вариант номер один. Здесь префикс, длина префикса, шлюз. Соответственно, ваш компьютер опять использует технологии UI64, ну или случайно, генерирует какой-то себе адрес. Дальше. Для того, чтобы его себе назначить на интерфейс, перед тем, как себе его назначить на интерфейс, маршрутизатор делает Duplicate Address Detection. Он делает многоадресную рассылку опрашиваемого узла. FF02, дальше нули, FF и последние 24 бита того адреса, который он хочет назначить. Если в ответ тишина, то этот адрес свободен, и вы можете его назначить себе на интерфейсе. И после этого он назначает себе вот этот самый 2001, ну и может выходить в интернет через глобальный уникальный адрес. Вот таким образом, коллеги, это все работает. Так, это тоже рассказал. Значит, ну вот еще раз, как работают многоадресные рассылки опрашиваемого узла. Значит, еще раз. Вместо ARP, многоадресная рассылка опрашиваемого узла. Вот мой компьютер. 2001 DB8 ACAD 1 двойной двоеточие 10. Хочет отправить пакеты нам 2001 DB8 ACAD 1.20. Соответственно, я не знаю MAC адрес. Что я делаю? Я делаю многоадресную рассылку FF02. Пошли нули FF00 20. Соответственно, тот компьютер, в кого 20, он мне в ответ пришлет свой MAC адрес. Вот и весь принцип. Дальше. Пример номер два. Маршрутизатор нам прислал префикс 2001 DB8 ACAD 1/64. Мой компьютер подумал и решил, что он хочет использовать 30 IP-адрес у себя. Но он не знает, занят этот адрес или нет. Что мы делаем? Многоадресную рассылку опрашиваемого узла для обнаружения адресов дубликатов. Куда? FF02 пошли нули, FF00 30. Соответственно, если тишина, то мы этот адрес можем назначать на интерфейсе, ну и, собственно, его использовать. Ну что, коллеги, с IPv6 все. Дальше идет диагностика. Как проверять? Пинг. Пишите пинг, а дальше IP-адрес. Соответственно, если удаленный компьютер доступен, то он вам будет отвечать. Значит, пинг в IPv6 делается с помощью команды ping-6. То есть вы пишете ping, не там не 10.00.254, а ping, 2, ping пробел -6.2.001, да-да-да-да-да-да-да-да, понятно, да? Соответственно, если удаленный компьютер, он вам отвечает, что он доступен. Или удаленный маршрутизатор. Понятная идея. Дальше. Трассерт. Что такое трассерт, коллеги? Или трассероут, или МТР. Это, значит, такая утилита, которая позволяет показать список маршрутизаторов по дороге к узлу назначения. То есть, по сути, построить карту сети. Соответственно, если я напишу трассер 10.1.0.2, то что я увижу? Я увижу список по дороге маршрутизаторов. У меня будет один маршрутизатор, два маршрутизатора, три маршрутизатора, четыре маршрутизатора, ну и пятый, самый последний адрес, это кому мы отправляли этот пакет. Таким образом, я могу посмотреть, сколько у меня по дороге маршрутизаторов к узлу назначения. Тоже, кстати, очень удобно для диагностики. Ну что, коллеги, выводы. Значит, сокращение. Да, пока я читаю выводы,
И дальше мы приступим, собственно, к практике, к настройке микротика. Пожалуйста, пишите вопросы в чат. Сокращение адресного пространства IPv4 – основной стимулятор для перехода к IPv6. Существует три типа IPv6 адресов. Это индивидуальный, многоадресный рассылки и Anycast – любой адрес из группы. SMP может использоваться как в IPv4, так и в IPv6. В IPv6 появились четыре новых типа сообщений. Значит, при установке IP-сети ее необходимо протестировать для проверки подключения и производительности. Собственно, коллеги, с теорией, как говорится, все. Лекцию мы, как говорится, закончили. Ну, а дальше у нас будет практика. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Дальше мы будем все это дело настраивать. Есть несколько вопросов по мастер-классам. Есть вопросы по мастер-классам. Да, прекрасно. Предложение. Значит, да. Можно ли IPv6 через VPN? Не обязательно же настраивать туннельного брокера. Можно ли гонять IPv6? Можно ли настраивать IPv6 через VPN? Да, можно. Мы недавно делали мастер-класс по OpenVPN, как там офис подключить, и там был, значит, я это показывал в DigitalOcean, и там был IPv6. Собственно, я просто об этом не говорил, но, ну, в смысле, не акцентировал внимание, но в настройках мой компьютер получал IPv6 адрес. Пожалуйста, пару мастер-классов вот буквально вниз, перед этим мы делали с VPN. Пожалуйста, посмотрите, там это уже есть. IPv6 внутри VPN это показывали уже, но не акцентировали внимание на это. Так, тема удаленного переноса серверов в КВМ. Такие темы бывают? Можно ли перенести удаленные сервера в КВМ? Да, наверное, сделаем, наверное, на следующей неделе какой-то мастер-класс по КВМу. Ну, переносить это долго, потому что образы операционных систем, они обычно занимают много места. Ну, там 10 гигабайт, 20. То есть во время мастер-класса это будет долго копироваться. Но, в принципе, можно подготовиться по максимуму, да, чтобы это дело все показать. И еще один вопрос. Переносится на самом деле легко. Вирш, дамп и все как бы там, да. И скопировали настройки и образ системы. Как бы там одна команда на самом деле. Дольше переносить, чем настраивать. Так, есть еще вопросик. Не могу разобраться ELK стек. Когда-нибудь будет такой мастер-класс? Будет ли мастер-класс по ELK стеку? Ну, значит, ELK у нас более детально изучается в курсе по кибераналитике. Вот, но прям там, чтобы... Там нужно учиться фильтры писать. Значит, я вам рекомендую пойти на курсы, если вы хотите в ELK нормально расчехлиться. Есть какие-то там ребята с Краснодара, они делают курсы по ELK, там 3 дня стоит 70 тысяч рублей, идите к ним, они вас научат писать плагины к этому всему делу, ну и, соответственно, тоже разберетесь. Можете погуглить, найти, вот толковые парни. Так, да. Дальше. Как адаптировать старые принтеры? Видимо, под IPv6. Как адаптировать старые принтеры под IPv6? Я бы старую технику вообще не подключал бы к IPv6. Почему? Потому что их взломают, а дальше ваш принтер восстанет против вас и начнет убивать людей. Поэтому я бы на вашем месте, ну, пожар может быть. Не, я что, я серьезно говорю. В принтере 600 градусов. Вот кто-то взломает ваш принтер и сгорит вот в офисе. Что потом делать? Поэтому старую технику, особенно где там температура, вот это лучше не подключать, потому что будет хана. Взломают. Вы должны помнить, да, что каждое устройство имеет глобально уникальный адрес 2.0.0.1 чего-то там. Вот, и на него будет доступ из сети. Вот, и его легко могут взломать. Так, еще вопрос. Про брокера 6.4. Так, про брокера. Немедленнее она будет работать, скажем, через Харьков. Значит, будет ли медленнее работать через туннельный брокер? На самом деле, смотрите, где скорость, где могут быть проблемы. Дело в том, что когда через IPv4, то пакеты перепаковываются с помощью NAT. Это вызывает задержки. Второй момент. Hurricane Electric находится физически в Германии. Это тоже задержки. Поэтому вы должны посмотреть, где оно быстрее. Я не знаю, надо смотреть. С Украины самые быстрые каналы – это в Германию. Вот если вы там в России находитесь, там может быть в Швецию, там в Финляндию, не знаю, надо смотреть. Вы должны мерить. Может, вы в Азии находитесь, тогда лучше туда в Азию делать каналы себе в Hurricane Electric. Сейчас я это вам все покажу, как мы будем этого туннельного брокера строить.
строить туннель в туннельный брокер. Так, ну что, последний вопрос. Последний вопрос, и если, делаем практику. Если в IPv6 клиентские компьютеры получают публичные адреса, означает лишь, что они более уязвимы? Если клиентские компьютеры получают публичный, ну в смысле глобально уникальный адрес IPv6, становятся ли эти компьютеры более уязвимы? Да, вы абсолютно правы. Поэтому сети нужно знать. Если вы их не знаете, вам будет хана. Вас просто-напросто, как говорится, изнасилуют. А вы, может быть, даже этого и не заметите. Так, друзья, ну что, я перехожу дальше. Нужно настраивать безопасность. Понимаете? То есть, вот многие там, вот парень недавно писал комментарий. Чего вы не даете рекомендации, что делать? Да, блин, коню понятно, что делать. Идти к нам на курсы по кибербезопасности. Я вот, блин, не понимаю, как это. Ну, вы же понимаете, что вас могут взломать. Так учитесь этому, как защищать. Что сидеть и ждать, пока вас хакнут? Вот что сидеть и ждать? Вот. Поэтому надо брать и делать, как говорится. Так, ну что, поехали дальше. Значит, я коллег прошу переключить на мой рабочий стол. Значит, что здесь дальше? Значит, я перешел на сайт HurricaneElectric.net. Значит, Hurricane Electric — это самый крупный европейский провайдер, наверное, первого уровня. Вот здесь есть, кстати, 3D-карта интернета. Ну, если вы ее откроете, я так надолго не буду открывать, вот, то вы можете жутко расстроиться. Почему? Потому что мы находимся в том месте, вот, где интернета нету на самом деле. Вот посмотрите, вы видите Европу, вы видите Россию, и посмотрите, что в Украине творится. Ну, короче, пляма черная. Черная яма, черная дыра. Вот. Ну, это так, информация к рассуждению. Что мы делаем дальше, коллеги? Значит, в туннельного брокера, вот здесь вот справа, есть, собственно, значит, ссылка Free IPv6 Tunnel Broker. Я на нее, собственно, нажимаю и перехожу на эту ссылку. Значит, я вам скидываю в чат, значит, еще раз ссылка, как выглядит, tunnelbroker.net. Скидываю вам в чат, пожалуйста, переходите. И, собственно, вы можете это дело все тоже, значит, вот сюда сделать себе. То есть, если у вас есть на чем делать сейчас мастер-класс, то, пожалуйста, делайте, это будет максимально эффективно. Дальше, сюда нужно залогиниться, ну или зарегистрироваться. Я уже здесь зарегистрирован, поэтому я логинюсь, пишу сюда свой логин. Вот. Так, все, залогинился. Значит, что дальше? Ну, у меня здесь вот, собственно, уже есть. У меня здесь уже есть. Вот кто у меня есть? У меня здесь вот настроены уже два туннеля. Значит, на один логин вы бесплатно можете настроить 5 кого? 5 туннелей. Соответственно, как настроить туннель, коллеги? Значит, вот здесь вот слева есть Create Regular Tunnel. Мы на него, собственно, нажимаем. Ну и, собственно, дальше нужно вписать endpoint. Значит, я вернусь на слайды. Давайте я вернусь на слайды. Вот сюда. Значит, endpoint. Endpoint — это ваш, указать ваш IP-адрес. Да? То есть смысл такой, что вот здесь вот, чтобы туннельный брокер знал, куда отправлять пакеты. Вы должны указать endpoint address. Соответственно, как узнать ваш IP-адрес? Для этого заходим на сайт 2ip.ru. И узнаем, какой у меня IP-адрес. Значит, у меня IP-адрес 213, тру-ло-ло-ло-ло. Значит, я его скопировал и, по сути, дальше вот сюда вставляю. Ну, на самом деле, чуть ниже, вот здесь вот будет написано, какой у вас IP-адрес. Но у меня здесь используется там VPN и прокси и все такое, поэтому вот так вот. Значит, еще раз, у меня внешний публичный IP-адрес моего маршрутизатора 213.111.122.3. Так, поехали дальше. Я его вписал, и this address is potential tunnel at endpoint, то есть он может использоваться, здорово. Дальше, коллеги, мы выбираем вторую точку, то есть вот куда будет строиться этот туннель в туннельного брокера, да, значит endpoint мой мы уже выбрали, теперь нужно выбрать вот эту справа выбрать точку, куда этот туннель будет, собственно, строиться. Варианты на самом деле много. Это Северная Америка, Европа, вот Азия, Африка, ну и так дальше. Значит, что я выберу, коллеги? Я выберу Франкфурт. Почему Франкфурт? Потому что... Так, вот есть Франкфурт. Потому что с Украины самые быстрые каналы во Франкфурт. Хотя вы можете проверить. Как проверить? Значит, вы запускаете пинг
Вот, ну, например, там ping, да, вот, ну, то есть берем, банально копируем вот этот вот адрес, значит, да, блин, что же не копируется, так, Ctrl-C, значит, вы можете взять и это дело, как говорится, проверить. Ping, вы видите, у меня время 32 миллисекунды, это во Франкфурт. Давайте я возьму Стокгольм, Стокгольм, Швецию, там, да, попробуем Швецию. Что там в Швеции будет у меня, значит, примеры. То есть вы можете выбрать, куда вам быстрее. Видите, здесь 37, да, то есть 5 миллисекунд. То есть мне в Стокгольм дальше. Почему дальше? Потому что, скорее всего, пакеты идут через Россию, вот, ну, как бы кругом, по кругу иду, да, вот, а мне Франкфурт ближе. Поэтому я выбираю Франкфурт. Вы можете выбрать, значит, еще раз, берете, выбираете. Вот у меня, например, Франкфурт 32 миллисекунды, Стокгольм 37. Я выбираю то, что быстрее. Вы можете, вообще по идее надо все перепробовать. Вот, вот там, где в тот регион, где вы находитесь, попробуйте все. Вот кто там с ребят просил, спрашивал, будет ли дольше? Не знаю. Выбирайте, что быстрее. Значит, я выбираю Франкфурт. Ну и все. Значит, еще раз, вкажете свой endpoint и указываете endpoint, собственно, туннельного брокера. Нажимаем. Ждем, ждем. Сейчас скрипты. Коллеги, это программируемые сети сейчас начались. Некий скрипт полез на маршрутизатор Cisco и там что-то настроил. Вы понимаете, да? То есть это называется программируемые сети. У нас тоже такие курсы, собственно, есть. Поэтому это очень перспективно, чтобы сеть была по запросу. Знаете, программируемая. То есть чтобы это была сеть возможностей. То есть вот нужно что-то настроить. И это делается вот так. То есть не надо нанимать 1000 инженеров, которые там будут в заднице ковыряться 1000 дней, понимаете? А это делается вот очень просто. Значит, здесь нужно ждать. Я нажал Create Tunnel и, собственно, дальше мы просто-напросто ждем. Все. Значит, туннель у меня создался. Так вот, сервер у меня, вот его IP-адрес, вот IPv4 адрес сервера, вот клиентский IP-адрес. Кстати, коллеги, обратите внимание, вот кто там спрашивал, как провайдер закинет внутрь моей сети сеть /48. Очень просто, смотрите, вот здесь написано routed /48, видите, здесь ее нету, этой сети, но если я нажму мышкой async /48, нажимаю, allocating. Сейчас полез опять скрипт, прописывает маршрутизацию. Ждем, ждем, ждем. Программируемые сети. Ну и сейчас у меня появится большая сеть /48 для подключения 65536 сетей. Так, ждем, ждем, ждем. Вуаля, получилось, коллеги, получилось. Так вот, что дальше? Собственно, дальше. Вот чем мне нравится Hurricane Electric, смотрите, какой важный момент. Вот здесь вот есть вкладка Example Configuration. Соответственно, если у вас не микротик, вот может быть у вас, что у вас нету микротика, легко, вдруг у кого-то там, не знаю, чекпоинт. Вот, вот, пожалуйста, вот вам конфигурация для чекпоинта. Если у вас Cisco, вот вам конфигурация для Cisco, пожалуйста. Если у вас Ubuntu, вот вам конфигурация для Ubuntu. Если у вас FreeBSD, пожалуйста, для FreeBSD. Если у вас Juniper, пожалуйста, конфигурация для Juniper. Если у вас, что там еще может быть, Mikrotik. Вот для Mikrotik. Если у вас Mac, можно с Mac, да, с Mac вообще легко, вот 4 команды. Если у вас Windows 10, можно с Windows 10 построить туннель? Да, вот, пожалуйста, команды для Windows 10. Если у вас Windows 2000 или XP, пожалуйста, коллеги. Если у вас Windows Vista 7.8, пожалуйста. Понимаете идею, да? То есть вот вам, пожалуйста, столько вариантов может быть. То есть вот чем прикольный Hurricane Electric. Меня интересует Mikrotik, поэтому мы вот, собственно, введем вот эти все команды. Их немного на самом деле. И как бы у нас все заработает. Так вот, собственно, что дальше? Дальше я подключаюсь к своему микротику, нажимаю Reconnect или Connect. Значит, он с завода, логин и пароли не стоят, все как бы сброшенное. Вот Default Router OS Configuration, она, пускай у меня будет по умолчанию конфигурации, я не буду тут что-то там настраивать, пускай будет как есть. Нажимаю ОК. Значит, что важно, коллеги, если вы обратите внимание, то у меня здесь нету IPv6.
видите, нету IPv6. Что нужно сделать? Нужно скачать пакет, который, собственно, значит, позволит это дело все, значит, активировать, да. Значит, так. Ну, вот мой микротик вот такой вот, да. Давайте мы это дело все посмотрим. Значит, так. Packages, вот, собственно, вот есть. Есть. Значит, смотрите, у меня есть IPv6, просто он не активирован. Значит, где его смотреть? Значит, еще раз, System, Packages. Ну и, собственно, он у вас здесь должен быть. Если у вас его нет, возникает вопрос, где его взять? Значит, смотрите, какая версия микротика у меня, Router OS 6.42.12. Значит, что я делаю? Я захожу в Google, пишу. Значит, что я пишу? Router OS 6, чего там, 42.12. Вот, кто-то уже искал. Значит, я перехожу вот сюда. Значит, на сайт Микротика, нахожу тут вот мою версию, и вот здесь, коллеги, есть архивчик, вот его нужно взять и скачать, All Packages MIPSB, да, кстати, есть две архитектуры, MIPSLI и есть MIPSB, значит, у меня просто SMIPS, значит, нужно скачать все эти пакеты для SMIPS, да, вот здесь вот видите, вверху написано SMIPS, соответственно, я ищу SMIPS, так, x86, так, где же он? MMIPS. Так. SMIPS. Вот, SMIPS. All packages SMIPS. Значит, я нажимаю на вот этот zip-архив. Он у меня скачивается. Скачался. Значит, показать в папке. Значит, дальше я его распаковываю. Так, где он у меня распаковался? Так, что ничего не видно. Сейчас, секундочку, список, таблица. Значит, я его распаковываю, по дате сортирую. Значит, так, сейчас у меня все это дело расчехлится. All packages, вот SMIPS. Значит, коллеги, вот здесь есть вот IPv6, видите, да, 6.42.12. Что нужно дальше сделать? Значит, вы заходите сюда, нажимаете «Files», и нужно перетащить. То есть вы просто берете и файлы перетаскиваете. Понятно, да? Перетаскиваете. После этого, вот у меня, видите, перетащил. После этого нужно перегрузить устройство, зайти в packages и нажать enable. Вот. И, соответственно, у вас это дело все активируется. Вот таким образом это дело все происходит. Значит, смотрите, что я нажал Enable, у меня появилась надпись Schedule for Enable, то есть это все вступит в настройки после перезагрузки. Дальше я нажимаю System, Reboot. Значит, Reboot. Reboot уверенный, да. Я нажимаю Yes. Так, у меня начинает все перегружаться. Я запускаю, собственно, кого? Ping. Ждем, пока перезагрузится. Значит, я показываю все полностью, да, как активировать, потому что, может, у кого-то не активировано. Вот сейчас перезагрузится, и мы дальше продолжим. Так, есть вопросики? Да, конечно, задавайте. Подскажите, как организовать доступ к интернету IPv6 ОВС? Есть сеть огромная, с кучей валанов и подсетей. Неужели надо будет всем выдавать глобал адреса? Это будет крайне сложно отменить. Значит, нужно выдавать глобальные адреса, сложно отменить. Не выдавайте глобальные адреса, выдавайте локальные адреса, уникальные локальные адреса. Не локальные адреса канала, а уникально-локальные адреса. Unique Local Address. Не Link Local, а Unique Local Address. Соответственно, будет вам счастье. Так, ну что, маршрутизатор перегрузился. Ну или выдавайте, но настройте Firewall. Ну, тут вопрос в том, что придется все перенастроить. Придется, да. А куда деваться-то? Так, значит, залогинимся обратно. Так, смотрим, коллеги, IPv6 у меня, видите, уже активирован. То есть раньше он у меня был сереньким, теперь у меня все активировано. И посмотрите, у меня в меню появился кто? IPv6. Вот такая вот, собственно, картина. Давайте дальше мы это дело все настроим. Значит, возвращаемся на Hurricane Electric.
Вот мой Hurricane Electric. Значит, я вот это скопирую. Здесь на самом деле шрифт маленький, ни хрена не видно. Поэтому я с вашего разрешения, значит, я плюс еще слабоватый, на этот вот зрение у меня плоховатое, да, значит, что нам нужно сделать? Значит, нам нужно применить вот эти команды. Значит, что они делают, коллеги? Вот, значит, первая команда, она, собственно, создает туннель. Соответственно, у нас есть локальный IP-адрес, вот он, и есть адрес, куда мы строим этот туннель. Дальше, вторая команда настраивает маршрутизацию. Соответственно, дефолтный шлюз будет мой, это IPv6 адрес внутри туннеля. Это IPv6 адрес внутри туннеля. Вот. Ну и, собственно, давайте все эти настройки сейчас применим, и будет нам счастье. Значит, копировать. Вот на самом деле можно создать руками, да, то есть вы можете зайти вот сюда в интерфейсы и как бы тут создать руками все эти интерфейсы и прописать все это дело самому. Как вариант, можно воспользоваться терминалом и все это дело вставить. Значит, я буду вставлять и буду смотреть, как оно все появляется. Значит, еще раз, здесь мы нажимаем копировать, дальше сюда нажимаем паст. И, собственно, нажимаем Enter. Ну и вы можете посмотреть, что у меня вот, собственно, появился туннель. Вот он уже рабочий. Вот local address, удаленный адрес. Вот client TCP MSS, согласовывать MSS. Ну и, собственно, тут уже сейчас даже будет бегать какой-то трафик. Здорово. Значит, туннель прописали. Дальше прописываем. Прописываем шлюз по умолчанию, значит, копировать, возвращаемся, да, теперь таблица маршрутизации, то, что я вам обещал показать, IPv6 routes, вот таблица маршрутизации, она пустая, сейчас мы пропишем эти все маршруты, так, past, и нажимаем Enter, ну и вот маршрут мой появился. Значит, единственный нюанс, коллеги, то, что здесь вот видите 2.0.0.0/3, вот, по-моему, сейчас даже в слэш 2 залезли, если я не ошибаюсь, да, мне так что-то кажется, что даже сейчас, по-моему, залезли глубже даже, вот, ну, пускай будет, потом, если работать не будет, то будем подправлять. Ну и последнее, это мы назначаем адрес на наш туннель, для того, чтобы мы могли общаться с Hurricane Electric. Нажимаем копировать, вот. Значит, это вот здесь вот IP address, вот мой IP address. Можете посмотреть, что MikroTik сгенерировал локальные адреса канала, вот они, FE80, вот, и причем тоже с технологией UI64, то есть вот внутри видите FFFE. Дальше, я вставляю сюда, и по сути, что у меня должно заработать? У меня здесь должен появиться глобальный уникальный адрес, вот он у меня появился. Ну и по сути, я теперь могу пропинговать. Я теперь могу пропинговать кого-то в этой сети. Ну, кого? Так, мне это больше не надо. Значит, я могу... Так, где мой Hurricane Electric делся? Я могу пропинговать, собственно, своего провайдера. Я могу пропинговать Hurricane Electric. Давайте пропингуем. Я нажимаю вот здесь копировать. Пока я пингую с маршрутизатора. Дальше пишу пинг. Ну, и здесь вставить. И у меня, по сути, все, видите, эко реплей 33 миллисекунды. На самом деле, даже быстрее. Вот смотрите, помните, мы пинговали с компьютера, было сколько? Было 35, да? Франкфурт был 35, Стокгольм был 37. Так вот, 2 миллисекунды вносил MikroTik. Вот я сейчас пингую напрямую с MikroTik, уже 33. Пингуется здорово. Теперь, коллеги, осталось настроить кого? Внутреннюю сеть. Внутреннюю сеть осталось настроить. Как мне ее настроить? Значит, я перехожу на IPv6 address. И дальше мне нужно настроить, собственно, ту сеть, которую мне выделил Hurricane Electric. Значит, Routed Networks. Значит, я буду настраивать, собственно, пример. Давайте, да, настроим. Давайте сгенерируем под сеть, вот как бы для какой-то интернет-вещи. Значит, я беру вот этот префикс /48. Давайте мы его возьмем вот так вот, Ctrl-C. Дальше я перехожу вот сюда. Значит, нажимаю добавить. Значит, у меня
у меня активен интерфейс Bridge, соответственно, я на бридже буду, ну, по умолчанию все это дело настраивать. Дальше, вот сюда я нажимаю вставить. Дальше, растягиваю /48 до /64, значит, пишем /64. Дальше, здесь ставим двоеточие. Вот какую вы там хотели сеть сгенерировать? 0001, давайте сделаем AB, ACAD, да, ACAD, ACAD, вот, все. Дальше, коллеги, обратите внимание, да, там что-то лишнее какое-то, вот, двоеточие, да, я уже машинально ставлю двоеточие после хекстета, извините, это у меня такая привычка. Дальше, интерфейс у меня Bridge и UI64, обратите внимание, Advertise, если стоит галочка Advertise, то, соответственно, будет работать технология SLAC для выдачи этих настроек. Я нажимаю ОК, вот, ну и у меня все должно, собственно, проканать. Значит, ой, извините, да, ошибочка, здесь должна быть единичка в конце, да, двойной, это я под сеть сделал, так, вот так, единичка в конце, применить, окей. Окей, ну все, все, теперь что дальше? Дальше, по сути, у меня уже мой Windows должен получить IPv6 адреса и выходить в интернет уже по IPv6. Давайте мы это дело попробуем. Значит, я напишу ipconfig пробел /renew. Или как это сделать правильно? Как обновить IPv6 конфигурацию, я пока не знаю. В Windows. Так, ждем, сейчас оно обновится, расчехлится. Значит, ну что, мой Windows пока ничего не получил. Вот у него link local адреса. Надо, наверное, скорее всего, вообще его отключить, что ли, или запустить диагностику. Давайте попробуем. Сейчас мы по центру управления сетями. Нажимаем сюда. Значит, еще раз свойства. Вот здесь вот IPv6 должен... А, у меня галочка снята. Коллега, прошу прощения. Значит, ставим галочку IPv6. Нажимаем ОК. Вот... Значит, смотрите, у меня Windows написал подключение по IPv6. Видите, написано интернет. Значит, нажимаем сведения. Что мы видим? То, что вот, пожалуйста, моя сеть 2.0.1.470.76F7ACAD. Ну что, здорово получилось. Давайте попробуем пропинговать кого-нибудь по IPv6. Пишем ping. google.com. Вот, пожалуйста, Google пингуется, задержка 50 миллисекунд, но это в Google. Google физически находится в Германии, да, то есть я вот пингую физически Google, у меня все работает. Дальше, пинг, кого еще пропинговать? Пишите в чат, кого пропинговать. YouTube. Проверяем, как весь мир перешел на IPv6, кроме Украины и Mail.ru. Так, работает. Дальше, пинг. Укрнет. Ну, Укрнет, видите, не перешел на IPv6. Почему? Потому что это надо учить айтишников, а у нас люди думают, как кидануть других людей, вместо того, чтобы развивать IT-сферу. Дальше, ping yahoo.com. Значит, yahoo.com, посмотрите, какие у них красивые IP-адреса, коллеги, обалдеть. Дальше, ping facebook.com. Пожалуйста, работает. Дальше, пинг Яндекс.ру. Блин, Яндекс. Так, Яндекс не перешел. Как не перешел? Яндекс был же доступен. Яндекс.UA. Яндекс не хочет. Яндекс был же по IPv6 доступен. Яндекс. Сейчас, секунду. Пинг. Яндекс.фр. Вот. Ну, во Франции Яндекс доступен по IPv6. Но мне кажется, чтобы пользоваться Яндексом, то нет ничего сложного, просто пишите Яндекс.фр, будет тот же самый Яндекс, просто французский. Но он, кстати, тоже на русском языке. Так, еще вопрос, коллеги. Значит, если есть вопросы, у меня все получилось. Я настроил маршрутизацию, у меня все работает, проблем нету. Вот такая история. Как не путаться в адресах IPv6? Есть ли какой-то способ? Имеется в виду внутри сети? Как не путаться в IPv6 адресах, если какой-то способ? Что вам сказать? Это табуретка, коллеги. Нужно привыкать к ней. Я понимаю, что в голову тяжело это впихнуть все.
Но тем не менее, никуда от этого, собственно, не деться, да? То есть вам придется все-таки с IPv6 работать, как бы вы хотели того или не хотели. Собственно, вот такой вот переход на IPv6. Да, есть, правда, недостаток, коллеги. Значит, смотрите, есть один большой важный момент. Дело в том, что если вы зайдете в YouTube, если вы зайдете в YouTube и включите какой-нибудь видосик, вот, например, обратите внимание, что YouTube весь стал на немецком языке. YouTube стал на немецком языке, вот он, да? Соответственно, вот это же немецкий язык. Соответственно, что плохо? То, что здесь вам периодически будут показывать рекламу, и реклама будет тоже на немецком языке. И что плохо? То, что там будут показывать немецких женщин. Вот, ну, другими словами, вам будут показывать лошадей. Поэтому это недостаток IPv6. Ну, а с другой стороны, это преимущество. Почему? Ну, да потому, что вы посмотрите, что наши женщины красивее. И будете любить свою жену лучше и больше. Поэтому, вот, если есть рядом возле вас жены, просите ваших мужей, чтобы включили вам Hurricane Electric с немецкими IP-адресами. После этого вы поймете преимущество, собственно, наших родных женщин. Так, друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, все-таки спрашивают, как адаптировать нужную технику, сканеры, принтеры, если они немножко староваты. Как адаптировать? Ну, прошивки новые заливать. Если есть прошивки, то заливать. Если нет прошивок, то, блин, то уже ничего не поможешь. Как бы нужно покупать новую технику. Вот, и тогда будет все работать. Кстати, вот IPv6, Routes, вот, собственно, мои маршруты. Что здесь еще есть? Neighbor, вот, Neighbor какие-то тут есть, что-то тут есть. Neighbor Discover. Так, да, кстати, вот в IPv6 есть Firewall, коллеги. Вот здесь вот нужно все прописать. Если вы ничего не пропишете, вот как меня, вот здесь вот, то вас быстро взломают. Значит, еще раз, коллеги, тема мастер-класса, как настроить IPv6, используя вот этот вот микротик. А, вот, но не как настроить Firewall. Поэтому, коллеги, очень важный момент. Еще раз, вывод какой? Вы должны владеть уникальными технологиями, уникальными знаниями. И вот эти знания нужно продавать. Вот все хотят работать в Европе, да, все кричат, я хочу в Европу. Так какого... Ты не знаешь, как работает IPv6, как тебя туда возьмут, что ты там будешь делать, возникает вопрос. Что ты там будешь делать? Клубнику собирать, вот к чему ты подходишь, все, максимум. Поэтому, коллеги, я вас всех приглашаю. Значит, вот на следующей неделе начинаются курсы по микротику. Поэтому, кто хочет получить в подарок вот такой микротик, значит, нужно записываться. Мои коллеги пишут ссылку на микротик прямо сейчас в чат. Дальше. Но этого недостаточно. Почему? Потому что в микротике это настроить несложно. Нужно понимать, как оно работает. Понимать, как оно работает, изучается на курсе по сетям по ЦИСКе. Вот, коллеги, поэтому очень важно, чтобы вы еще раз записывались на сети, потому что мы пока старая программа CCNA, мы это дело все рассказываем. В дальнейшем это будет изучаться только в CCNP. И как результат, чтобы туда дойти, нужно, во-первых, долго учиться, и нудно, а вы же хотите в Европу, да? Вы же не хотите бомжевать на клубнике. Вот, поэтому записывайтесь и дальше приходите. Третий важный момент – это кибербезопасность, коллеги. Без кибербезопасности никуда. То есть вот это дело все нужно настроить. Нужно профилирование настроить. Нужно следить за вашей системой, чтобы вас никто не хакнул. Поэтому тоже нужно приходить на кибербезопасность. Вот такие вот важные моменты. Значит, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я готов на них ответить. Ну и кто там со мной вместе настраивал, отпишитесь, пожалуйста, в чат, получилось вас настроить или не получилось. Если не получилось, пишите, что какая ошибка, я вот помогу. И для тех ребят, кто будет в будущем смотреть это видео, не получается, пишите комментарий, я помогаю. Мы перечитываем комментарии и реально помогаем. После всего этого дела. Поэтому, как бы, you welcome, как говорится. Да, есть вопросы, пожалуйста. Как на Ubuntu настроить? Как на Ubuntu настроить? Возвращаемся вот сюда, в Hurricane Electric, Example Configuration. Выбираем в списке Ubuntu. Ubuntu Debian. Вот здесь команд немного. Вот всего-навсего то, что вам нужно прописать. В файле /etk/network/interfaces.
Для того, чтобы это все прописывать в Ubuntu, нужно приходить на курсы по Linux. Тоже мои коллеги вам скидывают вот ссылку, коллеги. Приходите. Введение в Linux стоит $9 или сколько стоит? Или 15. Linux с нуля. Значит, Linux с нуля стоит копейки. 400 гривен. Это вечер, не попить пиво. Поэтому приходите, будете это все настраивать. Здесь нет ничего сложного. А то так, хочу получать большую зарплату и не хочу нифига делать. Такого не бывает. Вот. И следующий важный момент, коллеги, то, что мы даем гарантию результата. Это или трудоустройство, или повышение на работе, или увеличение заработной платы. Что для этого нужно? Подать заявку, прийти учиться, выполнить минимум 85% учебной программы. Ну и, собственно, 2000 евро у вас зарплаты будет. Но для этого, еще раз, коллеги, нужно что-то делать. Вот проделывать эти мастер-классы, да, вот сдавать экзамены, читать учебник, писать конспект, делать практики. То есть это нужно делать. Если вы это все будете делать, то, соответственно, у вас все будет получаться. Так, ну что, последние вопросы. Значит, полно вопросов. Ну что, давай поотвечаем, все равно спешить некуда, пятница. На OpenVPN можно туннель? Можно ли настроить туннель на OpenVPN? Да, был у нас мастер-класс пару недель назад по OpenVPN, и там, собственно, настраивался тоже туннель с использованием IPv6. Единственное, что я не говорил, что это IPv6, просто говорил, вот работает IPv6. Я не акцентировал на это внимание. Как настроить туннель с использованием IPv6? Пару недель назад, отлистайте, был мастер-класс по OpenVPN. Вот, собственно, там на Debian мы делали, вот на Ubuntu делали, кстати, да, на Ubuntu делали 16. Пожалуйста, смотрите, настраивайте. Это все тоже работает. А если... Можно на одном Ubuntu настроить 2 IPv6? Можно ли на одном сервере настроить несколько IPv6 адресов. Да, коллеги, я это вам показывал. Я показывал, собственно, вот наш сервер. И вы, наверное, невнимательно смотрели. Там на одном интерфейсе офигеть сколько IP-адресов. Значит, показываю еще раз. Значит, вот я залогинился. Значит, у меня Ubuntu. Значит, сейчас увеличу шрифт. Шрифт жирный. Окей. Apply. Значит, еще раз. If config, если я вот промотаю вот сюда, значит, вот, пожалуйста, у меня есть интерфейс Bridge 21, ну, это 21 VLAN, там, ну, неважно, что это такое, но смысл такой, вот столько вот IPv6 адресов у меня на этом интерфейсе. Почему столько много? Нужно. Есть в этом, как говорится, потребность. Соответственно, здесь разные сети, видите, там, вот, кафе 2, кафе 3, кафе 4, вот, собственно, все эти сети тоже есть. Так, есть еще один вопрос, да? Да, давай вопросики. А почему не NetAssist? Это же туннельный брокер в Украине. Почему не пользуемся NetAssist? Потому что эти ребята с Украины, и они не могут настроить у себя туннельного брокера. Я пытался с ними, как говорится, настроить у них, но, к сожалению, они, видать, не очень хорошо учились на курсе CCNA или учились где-то не у нас. Как результат, вот с ними настройка не работает. Ну, может, сейчас и подчинили, но я пробовал, у меня не получилось. Поэтому, ну, вот такая вот картина. Можно ли IPv6 туннель настроить на мобильном устройстве? Можно ли настроить IPv6 на мобильном устройстве? Да, значит, двигаемся на вкладку Example Configuration. Выбираем Apple, именно туннель настроить, да, с мобильного устройства. Значит, туннель с мобильного устройства настроить нельзя, но если вы подключитесь с, ну, если вы на микротике, например, настроите IPv6, то ваш телефон в интернет будет выходить через IPv6. Понятная идея, да, то есть через телефон все это дело выходит и как бы работает. Так, еще вопрос, да. Пинг не показатель. Покажите страничку IPv6-тест-google.com. IPv6-тест-google.com. Еще раз, как страница выглядит, продиктую, я напишу ее. IPv6-тест. IPv6-тест. Там, видимо, .google.com. Google.com. Так, хорошо. Встречайте будущий интернет. А похоже, вы уже используете протокол IPv6. Подробные... Да. А что делать дальше-то? Ну что, у меня есть IPv6. Вот. Что? Ну, мы настроили IPv6.
Да, следующий вопрос. Ну, работает IPv6 и что дальше? Да. Значит, будущее, да, коллеги, мы используем будущее. Вот поэтому надо присоединяться, все это дело вот. Есть ли курс по виртуализации Linux? Есть ли курс по виртуализации Linux? Дело в том, что, коллеги, смотрите, какая ситуация. Если вы идете на курсы по Linux, то там изучается вообще Linux, как им пользоваться. Вы после этого курса можете настроить виртуализацию, вы можете настроить систему видеоконференц-связи, вы можете настроить VPN, вы можете настроить электронную почту, вы можете настроить все. Почему? Потому что рассказывают, как этим пользоваться. Там не рассказывают, что это вот чашка, а там рассказывается, как эту чашку сделать. Понятная идея, да? То есть вот это разные подходы. Там не готовят официантов, а готовят тех людей, кто готовит вот эти чашки, кто их лепит. Вот это очень важно. Поэтому идите на курсы Linux, и вы освоите не только виртуализацию, а и все, что связано с Linux. Это очень важно. Вот. Собственно, я не ходил на какие-то там специализированные курсы настройки туннелей под Ubuntu. Я изучал обычный Linux Essential, LPIC первый, да, вот, собственно, это все изучал. Поэтому я вам рекомендую обычные классические курсы. Они на самом деле очень, как бы, действенные. Почему в IPv6 адресах в конце стоит двоеточие припинги? Припинги в конце стоит двоеточие, это где такое? Припинги в конце стоит двоеточие. Значит, еще раз, CMD, дальше ping. Кого? Google.com, да? Uh-huh. В конце стоит двоеточие. Uh-huh. Это, скорее всего, Windows какой-то прикол. Значит, смотрим, кто отвечает. 200E. Там всегда стоит двоеточие. Смотрите, ping Укрнет. Смотрите, там всегда двоеточие стоит. Вот почему после 253 стоит двоеточие? Это типа уточнение. Это уточнение. Что это дальше? Так, что это вот, ну, вот смотрите, вот в IPv4 тоже стоит двоеточие. Это просто символ, как это, блин, печатный символ. Вот к IT никакого отношения не имеет. Ping Укрнет, смотрите, у меня тоже показывает двоеточие. Вот. И по IPv6 пинг тоже показывает двоеточие. Это просто уточнение. Понятная идея, да? Дьют просят. Дьют. Значит, коллеги, есть по дьюду отдельно. По дьюду есть отдельно курсы. По микротику приходите, записывайтесь. Но нужно вначале пройти базовый курс MTC. Как он там называется? MTCNA. Вот, да. Вот по микротику тоже курс есть. Приходите. В подарок идет вот такой вот маршрутизатор. Вот собственно, такая вот штука. Последний вопрос. Где посмотреть запись? Где посмотреть запись? Для этого нужно подписаться на наш YouTube-канал, поставить колокольчик, и запись будет на YouTube-канале. Поэтому, кто еще не подписался, блин, вот реально, вы много теряете, если вы не подписываетесь. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Кто зарегистрировался на мероприятии, мы вышлем отдельно запись. То есть нужно регистрироваться. Почему? Мы высылаем запись, там комментарии, еще что-нибудь, да, то есть вот движуха у нас между собой идет. Вот поэтому рекомендую подписаться, регистрироваться и быть вместе. Вот такая вот штука. Значит, коллеги, на этом все. Всем любви, терпения, мир дому вашему. Приходите на обучение. Мы не только обучаем современным IT-технологиям, мы помогаем с трудоустройством, даем гарантию результата. Мы на самом деле одна семья, и мы друг о друге заботимся. Поэтому нужно вместе работать. Да, есть еще один вопрос. Так как мы друг о друге заботимся, то, собственно, отвечаю на самый последний вопрос. Есть пример. Есть, допустим, 6 ПКО. 3 сетевых МФУ Canon MF237W, подключенные по сети. Как понять, где какая МФУ? Не знаю, это Canon, надо читать документацию на ваш Canon. На самом деле там есть многоадресные рассылки. Дело в том, что все вот эти принтеры, они рассылают многоадресные рассылки. И на самом деле там видно имя. Вот, поэтому вы имя пропишите в настройках вашего МФУ. Он по умолчанию называется, вот как вы сказали. Там можно поменять. Напишите «бухгалтерия», напишите «кадры», напишите что-то, да, то есть, вот, потому что, да, они действительно одинаковые. Но в настройках принтера нужно зайти вот там в этом меню поклацать. Там дисплей такой маленький, кнопочки, да, вот, вот вы там поклацаете. Там неудобно, я согласен, что вы там будете ругаться, вот все это настраивать. Пропишите имя, хотя бы букву А напишите, вы сможете отличить один принтер от другого.
Вот так, ну что, вроде все. Всем любви, терпения, ассаляму алейкум, друзья, мир дому вашему, берегите себя и своих близких, несите тяготы друг друга. По вашим заявкам сегодня был IPv6 на RouterOS, на микротике. Если вы будете смотреть запись, хотите какой-то мастер-класс, пишите в комментариях, что сделать, мы настроим все, что угодно. Опыта много, больше 15 лет опыта, поэтому все, что надо, все настроим. Пишите, всем спасибо, всем пока.